Порталов, порталы, больше порталов. С вами Король Порталов, и сегодня мы продолжим прохождение спора. Но я так подумал, и зачем мне проходить спор на 100%, если я уже 1000 раз проходил спор? И поэтому я накачал кучу модов, потому что никогда не играл с модами. И мы будем проходить спор с модами. Но поскольку это и начало этапа существо, вперед дружиться. О, вы тоже умеете петь. Какие-то вы сильно эволюционировавшие, я не буду с вами дружиться. Чтобы получить философию эколога, которую я хочу получить, нам нужно 2 зеленых карты. И я собираюсь первую зеленую карточку получить на этапе существо. Вот. У нас растут мозги! Ура! Сила мозга! Существо стало умнее и усвоило новый навык! Теперь оно может создать стаю. Вместе веселее! Фасолька. Так вы злые, ну давайте попоем. С вами петь можно. Все, с вами мы подружились. Я не хочу с вами сражаться, я хочу тут вот поковыряться. Я хочу поковыряться тут. Не мешайте. Нам не дали поковыряться. Куда все уехали? Нет. Нет, мы не должны уезжать. Я не хочу. Быстрей. Нам все-таки придется уехать. А. Замечательно. Мы приходим на новое гнездо, и нас сразу жрут, наверняка. Ну ладно, пора топтать гнездо. Мы тут поселимся, значит, мы должны оставить след. Мы должны притоптать гнездо. Мы притоптали гнездо, поздравьте нас, ура! Ой, стоп, я кого-то призвал. Кто это? Зачем я призвал мух? Ухи. Так, ладно, всеядный род. Сейчас неважно, как выглядит наше существо. Когда мы будем переходить на племя, мы сделаем его таким, как хотим, целиком. Прыжок и полет. Давайте поставим. Смотрите, тут есть конец 4 уровня. Позирование уровень 2. Типоуз. Вот такой у нас теперь Флоренс странный. Мы его потом исправим. А сейчас он будет делать типоуз. Так, ладно. Мы теперь умеем прыгать и летать 2 раза. Причем так, что крылья нас разрубают. Да, нужна красная карточка для эколога тоже. Соответственно, раз с некоторыми мы не можем дружиться, эволюционируем в агрессию. В принципе, в атаке мы даже наверняка лучше сможем развиться. Все, теперь мы агрессивны. Кусайся. Одного победили. Чё? Чё? Мы встретили себя, жену агрессивных? Чё? Чё? Похоже, произошел глюк. В общем... У меня игра крашнулась во время предыдущей попытки снять. И теперь существует 2 версии Флорина. Так, мы снова не можем двигаться. Игра крашнулась. Так, ну, в общем-то, мы вернулись сюда. Куда гигант прет? Мы гигантов не заказывали. Ой, гигант уходит. В общем-то, я там полазил в настройках. Если я все правильно понял, то сейчас должно быть лучше. Чем было. То есть не должно просто так вылетать. Не должно дублировать наше существо. Бежим. Бежим. Я научился бегать. Нам нужно увеличить наше количество ХП. Так, нам нужно хоть кого-то уничтожить охотой. О, у них меньше ХП, чем у нас. Давайте, бейте его, кусать. Уничтожить и съесть. Ура! У нас мозги выросли. Ой, мы теперь можем пригласить еще кого-то в стаю, я правильно понимаю? Да? Да? Да! Место для 2 в стае. Почему на нас кабачки находят? Кабачки, зачем вы пришли? Давай, последний кабачок, мы в тебя тоже плюнем. 4-й полет! Смотрите, вот так вот они кусаются. Вот так вот. Ой, тут мелкий, давайте в него плюнем. И с разбегу еще вот так вот. Я вас бил разве? Я просто подошел. Не, ну это какие-то лимонки, которые крашнули игру. В общем, пока я это снимал, игра крашнулась очень много раз. Прямо очень. И поэтому я буду очень рад, если вы поставите лайк, так как это очень сложно монтировать из-за того, сколько раз игра крашнулась. Нужно вырезать все эти моменты, когда она крашилась. Понять, из-за чего это происходило. Что, возможно, это из-за какого-то мода, может, его нужно удалить, там, что-то настроить, может, надо. Да, у нас растет мозг. Ура! Я смог вырастить мозг 2 раза за 1 серию. Ну, в общем-то, поскольку тут чересчур много раз игра крашилась, и меня это уже достало,
то всем пока, с вами был я, ставьте лайки, подписывайтесь на канал.